Привет всем из Токио, это видео гастрономический тур. И сегодня в этом видео мы с вами побываем в двух французских ресторанах. В Токио огромное количество ресторанов, кухни разных стран мира. И сейчас мы с вами отправляемся в первый ресторан. Он находится в отеле, который называется Prince Park Tower, Токио, в районе Шибакуэн. Вижу большое зеркало и по традиции покажу свой аутфит, так как у меня канал все-таки больше о моде и красоте. На мне жакет из новой коллекции Yoji Yamamoto, черного цвета, длинный. Юбка плиссированная от Sandro, сумочка Chanel. Вот такой вот образ получился. В ресторане должен быть очень красивый вид на Токио. Давайте поднимемся на 33 этаж. Вот название ресторана и рядом лаунж-бар. При входе стоит меню и сейчас везде во всех местах дезинфекция, алкогольные средства для рук. Итак, давайте зайдем посмотрим, что внутри. Сейчас 5:30 вечера, еще не успело стемнеть. Посмотрите, какой красивый вид. Огромные панорамные окна от пола до потолка. Можно насладиться красивым видом на Токио. Пока нет посетителей, давайте посмотрим интерьер ресторана и, конечно, шикарный вид из окон. Сегодня нас ждет вот такой вот ужин. Меню, конечно, на английском, на японском. На выбор в этом сете только главное блюдо. Мясо ягненка, либо японская говядина в соусе из красного вина. Да, пожалуй, выберу именно ее. Еще что интересно, во французских даже ресторанах в Токио всегда подают осибори. Это влажная салфетка. Итак, буду показывать вам все блюда, которые подаются в этом ресторане. Блюдо из яиц с ароматным трюфелем. Это белая рыба с белыми овощами. Очень красивый соус. А это фуагра, украшено цветами, желе из ягод, фруктов. Очень красиво все и вкусно. Следующее блюдо – белая спаржа с рыбой и свежими травами. Морепродукты – лангустин, зажаренный в кляре, и к нему соус-суп. Суп-пюре из зеленого горошка тоже очень вкусный. Ну а тем временем за окном уже стемнело, и вот такая вот красота, сверкающий Токио. Вдалеке виднеется радужный мост Rainbow Bridge. Следующее блюдо — рыба и морепродукты, гребешки, кальмары в очень вкусном соусе. И вот главное блюдо — японская говядина в винном соусе. Мне понравилось меню, было все действительно очень вкусно, а это десерт, очень легкий, не слишком сладкий, фрукты, желе, мороженое и еще небольшие сладости к чаю, печенье с лимонным куртом и орешки в шоколаде. По соседству с рестораном располагается вот такой вот лаунж-бар, очень много людей, поэтому снимать не буду, но давайте посмотрим вид из окна.
Здесь он выходит прямо на старую Токийскую башню. Сегодня она вот такого оранжевого цвета. Это самая классическая расцветка, часто дизайн, подсветка меняется. Под видео я напишу обязательно название ресторанов, когда будете в Токио, если захотите посетить эти же места, то адреса найдете в интернете. Итак, видео-гастрономический тур продолжается. Покажу вам свой следующий аутфит. Сегодня я надела новый кардиган из весенней коллекции. Дизель черный с серебряным. Наверное, в этот ресторан было бы лучше надеть что-то более такое романтичное, но у меня сегодня получился вот такой образ. Брюки в обтяжку, длинные сапоги черные, ботфорты на невысоком каблуке, сумочка Louis Vuitton. Французский ресторан, в который мы с вами сегодня отправляемся, находится в 5-звездочном отеле Intercontinental Tokyo Bay. Расположен в районе Такешиба или Хамамацучо. На первом этаже магазин с выпечкой, разные рестораны, бары в этом отеле. Весенний дизайн шампанского с сакурой. Фотографии главного шеф-повара. Это ресторан провансальской французской кухни. Называется La Provence. Классический, очень симпатичный интерьер ресторана. Влажная салфетка осибори, как принято в Японии. И давайте посмотрим меню. Оно на английском, французском, японском языках. Несколько сетов на ужин. Название сетов Ница, Каны. Ну а мы сегодня дегустируем вот этот сет, который называется Каны. Буду показывать вам также все блюда. Написано «Добро пожаловать в Прованс». Первое блюдо – большая тарелка ассорти с милейшими закусками. Здесь есть описание, написано, что входит внутри. Давайте посмотрим. Вот такие вот очень вкусные, холодные, горячие закуски, морепродукты. И сейчас шеф готовит главное блюдо – японская мраморная говядина и фуагра. Шеф работал раньше несколько лет во Франции, в Каннах. Вот такая красота получилась, сервировано все с овощами, японская мраморная говядина мягчайшая и фуагра. Небольшой освежающий щербет, желе. И сейчас будет десерт, его нам подадут в баре. Он находится в отеле на верхнем этаже, здесь вид на Rainbow Bridge, на Радужный мост. Итак, время десерта. Было все очень-очень вкусно в этом ресторане. Так что, когда будете в Токио, рекомендую посетить, если любите французскую кухню. А на этом я заканчиваю это вкусное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Со всеми прощаюсь. До свидания из Токио.